большой привет. У нас сегодня воскресенье, и вот так я работаю. С утра с 8 часов в кафе загружаю вам влог. А Саша с бабушкой и папой приедут на мессу в 11 часов. Всем хорошего дня. Мы на празднике. Сегодня в деревне праздник. Много не снимаю, потому что все вы это видели в прошлом году. И хочется первую недельку отдохнуть. Сашка рад. Каникулы в полном разгаре. Санки. Maman, elle part? C'est ma vie qui le fait. D'accord. Обед при свечах, так как на улице гроза и дождь. Вот так, что мы едим. Салат, авокадо, сыр. И папа сделал стейки на барбекю. Аска, всем приятного аппетита.
Я дивись. Сашка боялся грозы, а теперь радуется. А там все. У нас сегодня вторник, утро, и мы едем за продуктами.